Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху проинструктировал армию обороны Израиля сделать все возможное для того, чтобы не позволить флотилии достичь Газы. Однако сделать все для того, чтобы не было лишнего насилия, для того, чтобы не было лишнего контакта с пассажирами судов. Следует понять, что идет речь о провокации, так как, во-первых, блокада Израиля над сектором Газа абсолютно справедлива и абсолютно законна по международному праву и по всем правилам международного сообщества. Мы знаем, что в Газе правит сегодня террористическая организация «Хамас», которая угрожает жителям государства Израиль. И Израиль обязан проверять, что в Газу не входит оружие и не входит оборудование, не входят ракеты, которые потом Хамас стреляет на израильских жителей, на детей, как это было совсем недавно. И мы требуем от судов остановиться в израильском порту, дать нам возможность проверить то, что находится на борту судов. Если там нет никакого оружия, пожалуйста, мы можем помочь провести продукты в Газу, если на самом деле существуют продукты, в которых нуждаются жители Газы. Поэтому нет в данном случае никакого гуманитарного кризиса и какой-то ситуации, в которой невозможно, чтобы жители Газы получили продукты, в которых они нуждаются. Израиль защитит своих граждан и не позволит незаконного проникновения в Израиль, незаконного нарушения границы. И это именно та инструкция премьер-министра, которая будет выполнена армией обороны Израиля.